когда-то все было совсем по-другому. Наши специалисты не могли сдать проект вовремя и допускали коллизии. Руководитель очень волновался. Времени на выполнение сложных задач было очень мало. Счастливчикам приходилось ночевать на работе. И однажды это случилось. Очевидно, что ваша компания может работать эффективнее. И у нас есть решение для вас. Коллеги, есть новая задача для вас. Работаем, парни! Юху! Я в будущем! Так, посмотрим. Все готово? Молодец!